Бежишь на резку к врагу, будь готов умереть от обычного оружия. Довольно наглое правило. Ну, сейчас, по идее, должны все на респе стоять, патроны вставлять. Чё ты не стреляешь-то, ё-моё. Пацаны, до конца, короче, патроны выстрелить, а то у вас не будет она работать. Пойду сольюсь. До конца? До конца прям патрон надо, походу. Но меня не стреляет он. Ну, до конца патрона надо потратить на основном оружие. О, у меня, по-моему, взялось. Вау, я... Ну, Серега, это было вообще нечестно. Я только взял. О! Блин, 100 патронов поймал мой пистолет, а вот я Вася просто. О, у меня наконец-то получилось. О, подобрать же можно, господи. Да, подобрать. Я подобрал, не стреляет. О, готово, первый фраг с этого. Ого, перезарядился, йоу, да. Еее. Это прикольная такая баллистическая тема. Вообще классно. О, Тим, окей. А почему меня убили с дигла? Почему меня убили с водички? А ни у кого чужих пистолетов не нравится? Эй, ну блин. Интересно, мозголом может это сделать? Ну я не знаю, я пытался в голову взять, вообще ни хрена не шло. Ты чё мне водяной титан снял? Пожалуйста, встретите аккуратнее, не надо в своих стрелять. Блин, мы как будто сымся друг на друга, просто со стороны смотрится. Блин, это просто отканали. Ой, блин, я... Ну кто с Глока-то стреляет? Или это не с Глока? Да чё чувака кикают? Какие я троих убила с пистолета. Блин, нет, найти бы этот водяной пистолет вообще нигде не валяется. А за... О, наконец-то. По-моему, надо полную пустую патрон тратить. Ай-яй-яй. Ну чё, косой? Ого, я придумал, что я хочу сделать. Кто мне поможет? Пошли. О, привет. Ай, ладно. По-любому да стреляй до кого-нибудь. А нет, я немножко мажу. Не, серьезно, а патроны кончаются, нет? Нет, патроны кончаются. Их там около 30, наверное. Такие красивые стройки, ё-моё. Он так вот смешно перезаряжает, блин. Куда он воду берет? Спасибо. Блин, прикольный пистолет. В голову с него можно, да, убивать? Надо мозголома с ним сделать. Мозголома? Эй! Ясно, пацаны, давайте кикать его. Кого? Кикайте стрелка, он с пистолета. Мини топ, мини. А на респе или нет? Ага, на респе. На половине карты. Кикай. Баллистика это прикольно. Да, блин. Блин, я не согласен, если его реально ведут, так постоянно каждый раз выстреливали патроны. Бульк, бульк. У кого как успехи? О, нифига себе, у Гамора. Офигеть, как получается. Может везет, фиг знает. А кикни, пожалуйста, Кавказ 555. 4 пятерки Кавказ. Ай, ой, блин, вот это задержка. Это вода, типа она, это, задержкой так убивает. Так, Кавказ, сейчас все будет. Блин, я только все патроны потратил. Ай-яй. Эй, ты кто с глоком, Коля? Я с глоком. Да нет, тут еще он с пятью палками с глоком зашел. Скажи, кто именно? Тангу? Ну конечно, Тангу. Тангу. Уже начато гол... А, я не могу начать голосование. Ну и в 5 нажми тогда. Кого кикнуть? Тенгу. Чувак может оправдаться, типа он не в теме. Не канает. Ну ни хрена не канает, потому что ты убил меня. Блин, сам себя что ли еще? Да, точно сам себя. Чикот, прикольно. Блин, они, по-моему, исчезают. У нас тоже кто с глока стреляет, я не могу, не понял его ник, честно говоря. О, у меня уже есть. Когда впритык стреляешь, кстати, да, хорошо урон проходит с этой водички. О, ништяк. Приклады прикольно, кстати, бьет, но так себе. Куда эти струи воды идут, непонятно. Ну блин, Коля, еще одного. Да не вообще, не знаю, меня только... Несколько раз только убили с этого водяного, сами все с этих песцов убивают. Ну, кстати, та же фиг. Гамора вроде, кикает. Вроде, да, вроде как. Да, Гамора. Не-не-не, усатый дед он с песта кого-то убил. Или это у нас? Нет, у вас. Блин, получить новый пистолет достаточно сложно. Честно, антихэд спасает от этой воды. Или он только... Он не защищает от промокания. Вот прям в чувака попадаю, у него ему вообще пофигу. О нет. Не, чувак, ни хрена себе ссорен, ну это не канает, чувак. Да блин. Или ты чё, офигел что ли? В смысле офигел? Я пытаюсь оружие взять нормально. Я на резь посовел, стреливаюсь. Да блин, где этот урон с этой воды? Неужели, Гамора? Блин, это сложно. Ну, -2, блин. Нет, пацаны, перекладываем. Ты смотрел в сторону и убил меня вообще в другом стороне. Это все к разрабу. Пусть они сами пинг убирают. Я не виноват. Вау, вау. А, и кстати, он же задержек убивает. Вот я чувака, короче, прикинь, выстрелил, уже убежал метров 10, и он сдох, так что. Настолько задержка? Да. А, -2, взрыватель голов сейчас будет. Ты чё? Ну да, есть. Ну ты чё? Ну ты чё меня сам себя застилил? В смысле? Сам себя застилил, говорю. Ты думаешь, это по подсказке или чё? Вот, блин, ну... О, господи, меня убили раза два с этого как... Коля, кикай нахер. Надо было комплекс закрыть, заколебали уже. Начать кого кикнуть? Меня раза два убили с... Гамора или кого? Ник, скажи. Нет, это сейчас скажу. Ты мне списал, господи. Сейчас скажу. Блин. Сразу надо кикать, блин. Да он срать, я не знаю, раза два, наверное, убили с того водяного, с ним с писта убивали, заколебали. Даже не весело играть. Вот кто там стрел, кто там с глока стреляет? Почему? Я с глоком сейчас отстрелюсь на респе. Начали самый говнюк, надо его сразу кикать. Кикни, пожалуйста, призрака. Он с чем-то со штыком бегает. Да тихо, ну куда, ну Коля, да заколебал. Чё, я на респ встаёт. Да какой на респе, чё за фигня на респе можно, чё это за бред? Я потому что с респа уйти не могу. Я хочу взять вот этот новый пистолет. Так убегай, не знаю, сливайся, ну нахрена ты делал? Так я сказал, просто до вашей респы я не могу до этого даже дойти.